Привет, мы продолжаем с вами проходить карьеру за Барселону. У нас сейчас будет кубок уже Испании. Мы дошли до 1/4. И везде нас преследует этот Атлетико Мадрид, который рвется, прям тоже метает и побеждает. 1-0 мы у них выиграли тот матч в той серии. И сейчас будет с ним второй матч. Это 1/2 кубка Испании. Идемте на поле. Сейчас немножко с руководства командой надо зайти немножко. Игроки, как видите, меня защита вообще очень устает. Я Дэни Альвеса заменю на Марку Барту. А Пьюли потом на Камбарова, наверное, поменяю. Защита сильно устает, у меня ужас прям какой-то творится. Бум, врезался и сбил еще там что-то. Пошли на поле. 1-0 мы выиграли у них тот матч. Это Кубок Испании, еще раз повторяю. И 1/2 финал. Ну что, поехали. Халк. Дэни Алвес. Теряет этот мяч. Гол. Красиво. Четко. Неймар. Неймар. В итоге 2-0 мы у них ведем. Очень хорошо начали. Дос Сантос. О, опасно получилось. Ой, теряя мяч. Отнимай мяч. Месси разгоняется, не догонит. Отлично, на этом в конце вроде коснулся этого мяча, но... Халк. Дэни Алвес. Петька тоже хочет выиграть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, Харт контролировал этот момент. А льет прям как из ведра. Месси. Еста. Не доходит мяч. И туда на Месси закидончик. Не. Парашютиком иногда говорят. Педро отнимает. Молодец, Педро. Подкрутил. Неймар. Чуть ли это не была вторая баночка.
Паук. Эх, отняли. Отлично. Ну как? Так пробил же еще, а? Высоким, высоким. Редко он забивает, но все-таки он забил. Одной ногой в финале. Вива Барселона. Ох. Еста. Дос Сантос. Дэни Алвес. Халк. Главное без офсайда. Вот он. Вот он. Что так? Пенальти. Ребята, это пенальти. Такое бывает редко. Жалко, прицел никакого не появляется, когда вот выбираешь, целишься в какой-то угол. На халках, халках. Бежит. Ах! Развернуться там вообще возможности не было, точнее времени. Ой-ой-ой! Что творится? Тут Сантос там в середине завалили, просто все по нему побегали. Спокойно, тихо, вот так вот, Педро. Неймару надо бежать. Там с руками, по-моему, было. Хорошо, все-таки Атлетика атакует. Какую игру мы уже с этим Атлетико ведем? Борьбу просто. Уже сколько матчей постоянно нам везет на этот Атлетико. Что в лиге, что в кубке. Альвес, Иньеста, Педро.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там достало тоже был бы почти гол. Неймар. Выход один на один. Что творится на поле? Какой футбол сегодня у нас? Мокрый. Ой-ой-ой, ошибает Джека. Ну, вешает. Да Месси, Месси. Удар! Да. Надо делать замены тоже. Надо тоже делать замены. Ой, пьёль вообще, вообще пьёль. А, всё, кончились замены. Тоже произведём. Офсайд. Заслуженный. О, вот это развод Джека. Вот это развели, так развели. Я даже не знаю, это сам, что в центре вот этот парень. Ну, собственно, наши два защитника, там Пьёль. А, Пьёль-то ушел. Камбаров. Что-то не с голов у Джека уже. Ничего себе. Успевает. Ван Перси. Свежий Ван Перси. Но Ван Перси-то свежий. Все остальные не свежие. Камбаров возвращается. Свежий Камбаров. Неймар сначала не понял, что ему нужно бежать был вперед. Хави тоже свежий. Бежит сам, идет сам. Фу.
Па-па-па-па. Все, Педро сдох. Смотрите, почти оторвал мяч у этого защитника. И у них Педро Мартин выходит. Ван Перси принял и потерял, принял и потерял. Прижали нас, но мы... Вот это еще один пропуск. Просто жесткий. 2-2, в итоге 3-2. Слушайте, ребята, это серьезно. Вообще устали у меня игроки, все устали. Надо как-то с этим бороться. Хэви. Защита вообще сдохла. Не в ту степь. И конец тайма. Да, 3-2 выигрываем. 3-2 в общем счете. И проходим финал. Сложный матч был. Если бы, я думаю, добавил бы судья еще больше времени, я бы не знаю, чем это все закончилось. Да, и мы проходим, и проходит кто? Вилреал. Нам лям выделяет комитет, когда трансферное окно закрыто. Я знаю, что не очень популярен в клубе, поскольку хочу играть, пока мне задуматься о своем будущем. Задумайся. Так. Камбарова на пьёле, например. Ван Перси на Халка. Немножко поменяем, но надо отдохнуть ребятам. Вот сейчас хоть время такое большое появилось, пространство, где они отдохнут. Я в хорошей форме, принес себя чувство последнее время. Надеюсь, что мне стоит не сходить за следующий матч. Нет, Халку надо отдохнуть. Зарагозой, но этот матч можно симулировать. Самело. 4-1 выигрываем. Две банки Сантос. Ничего неплохо. Ван Перси, Хави. Замены произведены были. Благодаря то, что часто пускаете меня на поле, похоже, мне верить. Я очень рад. Ну, естественно, тебе верю. Обидно, что не попался, шеф, его же ваше решение. Испаньолы будем дома играть. А Испаньола какое еще место занимает? Где она вообще? 4 ниже Испаньолы.
14 место. Слушайте, да это я мотать буду. Что-то Испаньол вообще как-то ужасно просто играет. Ничью. И важный матч для нас. Это еще один кубок. Это чемпионский кубок УЕФА. Мы играем. Мы только его, видите, начинаем. Здесь и Байер попал. Манчестер проигрывает. Манчестер проигрывает таблицу. Мы вышли вот так вот из таблицы. И давайте идти на матч. Мотивируем наших бойцов. Так, как там поживает у меня Пьёль? Там матч я Пьёль выпущу. Так. Дам Виктору Вальдесу сыграть. Матч будет очень важен для нас. Ну вообще сейчас, видите, кубки все подходят к финалу, блин. То есть почти уже у нас, можно сказать, сезон-то почти заканчивается-то на самом деле. Ну как, по... Именно если сказать по чемпионским кубкам, то да. Сезонный, ну, находится на уже на середине этапа. Не попали. Очень важный для нас кубок. Красивый стадион. Весь стадион синий. Где же болельщики Барса? Ну что, поехали. Ядро. Веста. Ван Перси. Марк Барта. Ох, как принял-то. Еще не очень удобно играть на чужом поле. Хорошо, кол. Ух, не туда, вообще не в ту степь. О, защитника, я думал, что я так подал, я вроде бы не туда нажимал. Ван Перси. Фархаман. Месси. Рос Сантос. Место. Эти он пробьет. О, хорошо пробьет. Какие ударища прошли по воротам. Опасно, ребята. О-о-о! Лос Сантос. Неймар. Сложный матч, сложный. Сантос. На Месси. Месси догонит, догонит, догонит. А-а-а.
место. В пятку. Да ё. Еста. Дальний на Месси. Что ж такое, это офсайд? Карту положено многое. Кубок Испании. То есть Европы. Да! Нет. Надежно играет защита. Марк Барта. А что если долбануть? Ах. Ну дай пройти. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, блин. Ох ты, Неймар там ворвался. Надо бороться, это Кубок Испании. Нужно отбирать, отбирать. Иньеста бежит. Видит Педро. Педро такой выход. Эх ты, защитник, блин. Катился. Ух, он перепрыгнул. Месси. На! На! Да не выходит никак. Как все красиво происходит, но... Иван Перси тут. Ух, как пьёль. О, Месси. Месси. Какой удар получился. Педро. Гол. Вот это я прям вот ждал. Я думал, я уже смотрю, так мимо как будто летит. Думаю, переборщил. А тут нет. Вот он так летел. А что-то камера была просто так. И прям, прям слоу-мо можно было пускать. 1-0. Хорошо. Шо, спас. Неймар. Пяточкой. Красавчик. Педро. Иньеста. Вау. А, вот он и чё. Вся игра на скоростях диких идет. Виктор Вальдес. О, как Виктор Дос Сантоса правильно подал. Редко такое бывает мне, что вратарем прям такие передачи сделать. Играем, так сказать, в собачку.
И первый тайм. 1-0. Очень быстрый футбол. Хорошо. Да, вот этот мяч просто он. Байер играет с Мадридом 1-1. Интересно, Байер выиграет у Мадрида реалского. А мы тем не менее выигрываем. Ну, представляете, в Кубке Европы еще и Реал выйдет в финал, но это вообще. Почти. Ушел, ушел, ушел. Перебор. Так опасно было на самом-то деле. Могло плохо кончиться. Ой, Дос Сантос, молодец. Вот она! Вот она, Неймеруха. Неймер, красавец. Рано радоваться, матч еще не закончен. И атака на наши ворота. Что? Виктор Вальдес. Забодал его руками. Так, ребят, я это делаю плохо. Вальдес. Блин. Повезло. Это называется повезло. Серьезно. Да ёлки-палки. Хорошо. Она же мяч урубил. Так, а мне нужно сделать заменку. Не, войну здесь. Ну хотя, можно уже выпустить на Сантос, поменять. Дыхалку надо. Давайте побегать. Вальдас! Все? Бамс. О! Хорошо, Ван Перси не уходит. Да что ж так отбирает-то меня? Тут Неймар. На Педро. Беги, Перси, беги. А, толкайся, Перси. О-о-о.
большая сразу замена у меня. Черт, все это хороший заброс был. Ой-ой-ой! Ой, Виктор Вальдес, это еще не все! Виктор! Воинов в офсайде. Звездный час был, но это звездный час оказался в офсайде. Ой, хорошо, это Месси видел, а теперь Месси в офсайде. Ну, по-моему, вообще это защита офсайдовская стоит. Воинов. Хо-хо-хо-хо. Опасно! Вальдес на месте. Хорошо, воинов. Быстро обобрали. Воинов. Нет, Неймар был. Ой, воинов, молодец, Перси. Дошел туда мяч. Ой, воинов, молодчинка. Ой, воинов, красавец. Ой, красавец. Ой, красавец. Там прокатился Неймар еще. Еста. Кол. Хороший матч. Начало просто было такое энергичное. Сегодня очень много воинов бьет. И конец, 2-0. 1-1 Байер Реал. Ну, а мы выигрываем. Так, пресс-конференция у нас. Так, давайте наших мотивируем. Корея даже предлагает. Нет, я не хочу. В Корее. Ну, хотя... Можно принять Корею, но нет. Так, а вот Аргентину пока не знаю. Вуликанов. Подожди, Вуликанов вообще аутсайдер. Так, сколько у Реала, значит, уже 50. Мы с вами потихонечку к Реалу подбираемся. Так, а Вуликанов, он вообще на 16 месте. Таких ребят мы будем симулировать. Вы сейчас что, пошутили?
прикол, еще получил какую-то травму там. Обалдеть, ежемесячный отчет. Неинтересно. Рада вам сообщить, благодаря вашей великолепной работе в Барселоне вы удостоены следующей награды тренер месяца. Вот это да, нам уже дали тренер месяца. Действительно, очень идем на уровне, выигрываем мы в кубке европейском, испанском и на втором месте. В общем, все самое замечательное. Так, и Кол получил травму. Очень сейчас сложно идти, потому что, как видите, блин. Камбарова, Колу поставить, кого-нибудь из резерва пока вытащить. Что-то там возмущается. Так, проколы мы уже сделали. Лас Пальмас. Вон Перси говорит, что он устал. Вот Пьёль-то у меня вот действительно устал. Вот, вот смотрите, желтый. Лас-Пальмас. Не вижу Лас-Пальмасов. Леванта, Сонрис, Пальмас, Зарагоза, Гетаф, Манка, Эльфель, Бетис, Бенна, Севилья, Сенса. Что-то я не вижу нифига. Мы будем симулировать этот матч. И выиграем аж 5-0. Севилла, только Севилла, где у нас? В шестом месте, этот матч надо играть. Так, у нас пресс-конференция. Лука. На этот матч мы выходим. С такими клубами надо играть самому. Да, блин, Реал все-таки в лиге отрывается. Но у него, блин, Реалу сейчас проще, потому что у них только европейский кубок. У нас помимо испанский кубок. Ну, блин, у них матчи, они отдыхают больше. Никак их с волочей не догнать. Поехали. Наверное, зима. Офсайд. Черные гетры, белая форма. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Вальдес. Без мяча остался. А как бы проход шикарный получился. Ван Перс. Камбарова. О, хороший навесил. Нет, ну это я куда-то вообще не туда долбанул. Сантос, вижу. Но можно и самому идти. Вот тут Месси открывается. Вот она баночка. Защитники просто не знали. Руками ему надо было играть. Типа знает. Ну или корпусом выталкивать как-то. Ошибочка. Иньеста. Дос Сантос. Слишком далеко мяч отпустил. Защитники подключаются. Дэни Альвес. Ван Перси. Марк Барта. Не удалось ударить. Это как играет на контратаке. Там свои финтиплюшечки крутит. О, ну это ушло. Ох ты, ёж, что ж я... Да. То ли мокро все, они не хотят бежать. Ван Перси. Супер.
О, какая ошибочка вышла. Месси. Молодец. По-прежнему Месси. О, воу. Ребята, это не красная карточка. Судья молчит. Ни хера себе, что такое происходит вообще на поле? Уже как минимум две показал красные карточки. Подхватывает. И свисток. Да, тут хардкорная игра, и самое удивительное, конечно, удивляясь над судьей, который мог выдать как минимум одну красную карточку. Это бы стопроцентное там пенальти, там такой подкатище был, это, ну, не знаю. Очевидный факт просто был. Мадрид тоже 2-0 выигрывает. Просто судья какой-то прям, не знаю, сегодня странный. Вальдес. Месть. Ну, развернулся, а там уже ничего, да? О, Вальдес. О, хороший подкат. Ван Перси. Что это? Что я сделал? Замены клиповать. Доводился. Неймар.
Ван Перси. Месси. Эх. Перехват. Место. Халк, 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 Халк. Ну ты пипе. Месси. Ван Перси. Ван Перси. Пепе. Какой неповоротливый Пепе. Офсайд. Вау-вау-вау. Он туда его, отлично, Неймар. Ван Перси. Не прошел. Отлично. Толк, молодец. Месси. Неймар. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ой-ой-ой. Баров. И свисток финальный. Неплохо, Неймар, Месси. Тяжело, Мадрид, наверное, опять победил. О, уже Египет предлагает нам посотрудничать с ними, но Египет я уж точно отклоню. С Вилреалом. Пока что некоторые сборные понадобятся новые тренера в ближайшее время. А, ну опять пачку говорит нам, что еще одна пачка тренеров, ой, сборных, которые, возможно, нас опять будут контрактами закидывать. Вилл Реал.
который на вылет, да? Уже лично аргентинцы письмо шлют. Только чтобы я подтвердил их не контракт. 2-0 у Вилреала мы выигрываем. И второй матч за кубок. Интересный был матч. Сейчас будем с ними еще раз играть. Так, Аргентина читал. Блять, пресс-конференция. Морал мотивируем, да? Так, отправились в сборные. Кто у нас там? Дани Альвеса уже взяли в Бразилию. Смотрите, вот это да. Альфа взяли, Ван Перси взяли, испанского Педро, Иньеста, Пьюк, Марк Барта, Вальдес. Да, нафига кто уехал в сборные. Я все-таки Харта на этот раз поставлю. Что-то когда я Вальда заставлю, то какие-то прям жескачи. Он, ну не знаю, не очень стандартно что ли играет. Ну как сказать, даже не знаю. Он всегда появляются какие-то опасные моменты у моих ворот. Сейчас они, думаю, будут бороться на 100%. Что первый матч я у них вытащил. Форму как у питерского Зенита. Фафхан. Интересная фамилия. Ладно, поехали. Ван Перси. Нифига себе, он так перехватил. На полпути этот мяч просто забрал. Место Перси. Очки. Сандос. Не дошло. Самое интересное, надо будет после матча посмотреть все-таки, как сыграл Манчестер Юнайтед. Все-таки они, по-моему, там первый матч проиграли. Реал, я знаю, что выиграл. По-моему, Реал с Байером вроде играл. Опасно было. Сразу чувствуется другой уровень Иньеста. Ты что делаешь, Ван Перси? Ох ты, елки-палки, что за удар еще был? Баров, молодец. Месси.
Да, докрутился, довертелся, называется. Просто крутился, вертелся и... Сантос. Ох ты! Не догонит этот мяч Камбаров. Никак не отобрать этот мяч. Ну, смотрите, держит хорошо вообще. Хотят парни отыграться. Камбаров. Как красиво на Неймара. А, Неймара принял, и вся защита его там зажала. Сантос. Иньеста. Прошел мяч на офсайд. Ого! Здорово. Я тоже так могу. Этих воротах этот Фархан. Неймар. Инвеста. Марк Барта. Ох. Воу. Опа. Блин. О. Беги. Вот. Что творит? Крутит, вертит. Ух ты, ё, переборщил. Вот так бы на Неймара дошел, он подхватил бы, да и пробить можно было. Ну, прикольненько был так. Ой-ой-ой. Нас прям разбирает по кускам. Здорово, Дос Сантос. Иньеста. Ой, красавец, Иньеста. Что такое? По-моему, от защитника ушло. Ну да. Блин. Еще один угловой.
Ван Перси. Да. Попробую Неймера. Педро. Дойти. И конец первого тайма. Ну, в принципе, если мы так дальше пойдем и держим ничью, то мы победили. Ну, в первый раз с ними было тоже сложно играть, но там я хоть как каким-то... О, Байером, да, 1-0 Мадрид выигрывает. Непобедимый, мать его, Мадрид. Халка. Неймар. Ох ты ё. Красавчик, доса. Откуда он, этот Халк, выбежал? Забегался. Очень мечтаю взять Кубок Европы, это просто не знаю. И мысль это меня не оставляет, что если сейчас Реалский Мадрид обыгрывает Байер. Может быть и встретимся, как говорится. О, ну что это, не пенальти такой в спину, просто толкнул два раза причем-то. Нехило. Замены делать. Штуки. Ну такие. Поддержка с средней линии, чтобы просто продержаться. Да. В общем, зачет это получается 2-1. В общем, сейчас сдерживать как-то их надо. Играем, парни, играем. Идет. Амбаров. Воинов. Пепе. Марк Барта. Как их держать? С такими забеганиями адскими. Тихо-тихо, все разошлись. Педро. Вот это может получить отца опасно. Ну, нормально.
Ой-ой-ой-ой-ой! Это только 69-я минута, ребят. Месси видит Камбаров. Ну, Камбаров вообще вздох. Неймар догоняет. Камбаров. Педро. Почти туда залез. Камбаров. Пепе. Воинов. Камбаров. Педро. Вот она! Месси как птичка туда полетел. Это да, вот это поддержка трибун. Кто-то там вообще на месте упал. Так, Халк. На Месси, Месси, беги, беги. Нет. Ой, Воинов, молодец. Прессинговать, а что нам еще остается делать? Если мы пропустим, это вообще атас будет. Молодец. Камбаров на Педро, Педро открытый. Воу, крученый-верченый и нифига. Восемьдесят пятая минута. Ой. У Матова голова ушла. Да. Отлично. Пепе. Воинов. Воинов. Да что ты делаешь, Воинов? Уж молодых сейчас на поле игроков. Ох ты, ё, как Пепе сальт прям. Я не знаю, как черепашка-ниндзя, блин. Черный пояс карате. Не дошло. Воинов. Ой, хорошо, Месси. Хорошо. Затолкали. Во все стороны толкнули, блин. И свисток. Ура! 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 В общем счете мы тут матч проигрываем 0, но выигрываем, в общем, 2-1. И проходим дальше. В кубок УЕФА. Европейский, точнее, кубок. Ну, так как у ФИФА нет лицензии на Лигу Чемпионов, то можем сказать, что это кубок УЕФА. Итого, Манчестер проходит, выигрывает все-таки. Пресенг хочет завершить свой контракт, так как считает, что готов выступать за основной состав. Он настроился уйти из клуба, но я могу попросить его подожди. Не, я пока. Журналисты... Комитет Барселоны. Так, а за успех мы 6 лимонов нам выделяет за то, что мы выиграли этот матч. Это большая очень сумма.
Серьезная сумма комитет раздает, Аргентина опять. Мы не получили от вас ответ на наше предложение и настоящее отзываем наше предложение. Ну ладно, я в сборной не, пока не рвусь. Ага, Бразилия, Бразилия, Россия, Голландия, Англия, Испания. Я все решил, я хочу, чтобы вы продали меня как можно скорее и выставляете меня на трансфер. Охерел? Хрена тебя выставлю куда? Ты где? Куманов, воинов. Пепе, что-то его не вижу, пьюка. Пьюли вижу. Кстати, пьюли выздоровел. Где он, не вижу. То есть он вообще не хочет, что ли, выходить? Ты офигел, чувак? Ты мне нужен. Как-то. Учтуйте еще что. Так, ну и того, смотрим календари, что у нас там по календарю. Значит, мы будем играть сейчас Гетафе, который можно пропустить. Ох ты, ёлы-палы, мы натыкаемся на Манчестер Юнайтед в Кубке Европы. Вот это да. Нежданно, я бы сказал, там. Потом с Великаной тоже можно пропустить. И матч с Реал Мадридом в лиге. Лига. Потом будет финал в следующем месяце у нас за Кубок Испаньола. В общем, сезон у нас, я бы сказал, закончится так весьма очень серьезно. Не знаю, как по выход на первое место обогнать Реалов еще, если в лиге, то это будет просто Unreal, я бы сказал. Нам дают второй раз тренера месяца. Это просто офигенно. То есть мы показываем действительно колоссальные рекорды. И вообще на этот сезон, как говорил в начале, в том сезоне я говорил, что планы большие. Пока планы идут неплохо. Но сложно. Всем удачи, всем пока. До скорых встреч в следующей серии.